Владимира Путина. Нам стало известно, что буквально 3 часа назад бывшего премьер-министра под конвоем доставили в Хамовнический суд. Пресс-секретарь судьи Виктора Данилкина немного прояснила ситуацию, сообщив, что сегодня началось чтение приговора. Пока зачитана только вводная часть обоснований 6-7 статей, по которым обвиняется бывший премьер-министр. В процессе чтения приговора прозвучали такие пункты обвинения, как хищение государственного имущества в особо крупных масштабах, финансовые махинации и превышение должностных полномочий. Завтра будет чтение обоснований по основному пункту обвинения. Бывший премьер обвиняется по статье 205 Уголовного кодекса как лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма с целью устрашения населения и оказания воздействия на органы действующей власти. Фамилия, имя, отчество. Владимир Владимирович. Национальность. Гражданин Российской Федерации.